Всем бонжур, меня зовут Полина, и мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Иерусалима Алана Мура. Сразу же важное замечание. Если вы вдруг еще не в курсе, мы проходим с вами каждую главу отдельно. Мы уже разобрали 45 страниц прелюдии, там были спойлеры, но специфика этих обзоров в том, что я стараюсь вам не проспойлерить остальные главы, то есть мы идем по порядку. Я книгу уже прочитала и, в принципе, понимаю, на какие моменты нужно обращать больше внимания, чем на другие, поэтому имейте в виду. Так как Иерусалим Алана Мура еще как-то никто не разбирал, не анализировал в таких крупных монографиях, я просто делюсь с вами своими домыслами, делюсь с вами теми моментами, на которые я обратила больше внимания и которые мне показались, как будто бы раскрывают эту книгу полнее. Ну а если вы вдруг еще не решили читать вам Иерусалим или не читать, то я все-таки прошу вас посмотреть мой первый ролик из этой серии про 9 причин, по которым все-таки стоит ознакомиться с Иерусалимом. Ну и теперь начнем. На очереди у нас первая глава, которая называется «Сонм англов». Сонм — это множество, это собрание, а вот англы в переводе с английского и с французского в том числе означает «углы». Конечно, слово выбрано не просто так, англы созвучны и с ангелами, и с Англией, где и происходит действие всего романа. Первая глава романа имеет достаточно легкое линейное повествование, так что в ней не так много каких-то деталей, каких-то запутанных нюансов, как было в прелюдии. И, возможно, именно благодаря этому первая глава читается легко, просто, опять же, если читать ее внимательно. Но все-таки в «Сонме англов» есть подводные камни, на которые я обратила больше внимания, чем на все остальное. Итак, мы с вами приступаем к прочтению и узнаем, что в этой главе действие происходит в 1865 году, а конкретно 7 октября. Эрнест Вернал, и как мы с вами знаем, у Верналов есть некое родовое проклятие, их ум заходит за разум, Эрнест просыпается в этот день в последний раз в ясном сознании и уме. Таким образом, Алан Мур сразу подвешивает крючок. Мы как бы с вами понимаем, что в этот день с ним произойдет нечто такое, из-за чего его ум как раз зайдет за разум. Действие этой главы происходит не в Нортгемптоне, а именно в Лондоне, и это тоже не зря. Важно подчеркнуть, что Нортгемптон в этой главе все-таки иногда появляется, но он появляется лишь на словах. И мы с вами узнаем, что к этому месту относятся несколько скептически, мол, в этом районе собираются, не самые приятные люди. Еще до кучи отмечу, что Нортгемптон к 1865 году уже 20 лет как связан с Лондоном железной дорогой. Если углубляться в географию, а это нужно сделать, Эрн и его жена Энн с их ребенком живут в районе Ламбет. Ламбет — это один из 32 лондонских боро, который находится на южном берегу Темзы. Но это не так важно, как тот факт, что в Ламбете жил, кто бы вы думали, Уильям Блейк. И как мы с вами уже могли понять, я надеюсь, что вы не забыли мой разбор прелюдий, Уильям Блейк играет большую роль для понимания Иерусалима. В момент, когда Эрн идет на работу, мы с вами к этому еще подойдем, он даже обращает свое внимание, что кажется, по слухам, именно здесь когда-то жил Уильям Блейк. В отличие от Эрна Вернала, мы с вами можем это проверить и узнать точно, что да, именно здесь, именно в Ламбете на Геркулес Роуд, в доме номер 13, жили Уильям и Кэтрин Блейк. Сразу вам об этом расскажу, потому что, как по мне, это одна из самых интересных пасхалок, спрятанных в Иерусалиме. Блейк по воспоминаниям собственным и также по работам его биографов именно здесь видел двух призраков. По крайней мере, именно при жизни в Ламбете Блейк описывал свое единственное видение того, что он сам посчитал призраком. Благодаря этим впечатлениям появились две картины Уильяма Блейка, если вы не знали, он еще и художник, которые называются «Ветхими днями» и также «Призрак блохи». И вот над «Ветхими днями» хочется несколько сконцентрироваться. Посмотрите, пожалуйста, на эту гравюру. Здесь мы с вами видим седого старца, достаточно мускулинного, который как бы сверху из небес касается некого угла. А углы, как вы помните, тоже играют важную роль для Иерусалима, потому что ум Верналов заходит именно за разум, как будто бы за угол. Второе название этой гравюры, кстати, «Великий архитектор». И мы с вами уже встречали четверых зодчих в прелюдии, поэтому весь этот момент созидания, да, строительства, он также намекает нам на некую...
некую визионерскую миссию Иерусалима, которую Алан Мур несет в своем Талмуде. Я забежала несколько вперед, но уверена, что это была полезная информация. Сейчас вернемся с вами к Эрнесту, который у нас с вами в последний раз проснулся в уме и здравом сознании. Эрн производит все свои утренние процедуры и в этот момент вспоминает свой сон. Ему снилась некая проклятая часовня, и в ней он играл как будто бы плута, который прятался за портретом с вырезанными глазами. Он говорил страшным голосом с каким-то пенсионером с седыми волосами, но при этом с чертовски молодым лицом. И весь разговор, конечно же, Эрн вспомнить не может. Он помнит, что там было ли что-то про молнию, про числа и про каменщиков. Тут опять же вернемся к мотиву строительства. Ну и созидание. Также из этих воспоминаний Эрна про свой сон мы узнаем про его отца Джона Вернала, который вообще-то отдавал огромную дань снам и считал, что именно во снах он видит нечто важное. Также из этой главы мы с вами узнаем, что Джон Вернал уже, естественно, умер, и перед смертью он перестал разговаривать с людьми, заявляя, что разговоры слышат те, кто наверху. Неужели он про голубей? Что-то подобное восклицает Эрнест Вернал. И, кстати, голуби. Про голубей-то я вам и забыла рассказать. Голуби — это тоже очень важный символ Иерусалима. Периодически они еще будут нам встречаться. И тут невозможно не отметить, что голуби в христианской, например, да, в православной, в том числе и в католической традиции, это такие вестники добрых новостей, да, это посланники доброй воли, если хотите. А вот в иудаизме голуби играют несколько иную роль, хотя она не сильно отличается, но голуби в иудаизме — это скорее такие, знаете, существа, стремящиеся к собственной свободе и независимости. Голуби в иудаизме также принимали участие в жертвоприношениях, и в целом-то по талмудическим писаниям можно сказать, что голубь относится к таким эпитетам высокого ранга. Голуби, если хотите, это в каком-то еще понимании такие призраки, то есть это человеческие души. Этот сон Эрнеста, конечно же, важен, потому что именно он играет одну из точек кольцевой композиции этой главы. Сны, ко всему прочему, также всегда были, есть и будут важными литературными способами для того, чтобы обозначить определенные будущие моменты героя, да? Поэтому сон этот важно запомнить, хотя глава небольшая, и я думаю, многие его и не забыли. Итак, далее мы с вами узнаем, что Эрн работает в соборе Святого Павла в Лондоне. Собор Святого Павла, конечно, строение удивительное, я искренне завидую тем, кто, возможно, сейчас в Лондоне, или кто вообще видел это архитектурное нечто своими глазами, потому что вообще истории известно 5 соборов Святого Павла. Первый из них был построен в 604 году, но он достаточно быстро сгорел. Потом в 685 году возвели каменный собор, его тоже разрушили, викинги во время своего очередного набега. Затем собор снова возвели в 11 веке уже, но он тоже сгорел, и так продолжалось очень и очень долго, до тех пор, пока в 17 веке все уже не было закончено полностью. С тех пор собор стоит на своем месте и, конечно же, привлекает внимание туристов. Все не просто так, потому что собор имеет несколько уникальную такую архитектурную композицию. У него есть 3 галереи, внутренняя шепчущая галерея и наружная каменная и золотая. И нам с вами, конечно же, здесь больше всего интересна шепчущая галерея, потому что реставрация фресок именно в этой шепчущей галерее и занимается Эрнест Вернал. Еще, кстати, небольшая деталька, которую я заметила вот прямо сейчас, пока с вами говорю, Эрнест в какой-то степени, можно сказать, художник, потому что человек, который реставрирует работы, должен быть художником. И это тоже важный момент, потому что художник в какой-то интерпретации тоже своего рода создатель. Вернемся к шепчущей галерее. В чем ее фишка? Ее фишка в том, что она как бы предусматривает такие особенности акустики. Слово, которое можно сказать шепотом в одном конце галереи, многократно отражается по стенам шепчущей галереи, и в результате этот шепот может слышать человек, который находится в другом конце галереи. Если вы смотрели «Как я встретил вашу маму», вы примерно представляете себе этот эффект. Итак, Эрн добирается до собора Святого Павла, до места своей работы, и там ему необходимо подняться на самый верх. И вот здесь мы с вами используем все возможности интернета и благодаря Гуглу отправляемся прямо туда. Кстати, пока Эрн идет к собору Святого Павла, он рассуждает как раз про Уильяма Блейка, о котором мы с вами поговорили в самом начале этого видео. И теперь
уже непосредственно мы с вами про собор Святого Павла поговорим. Там, наверху этой шепчущей галереи, находится 8 штук фресок Джеймса Торнхилла. Это, наверное, не самый популярный художник, про него, в принципе, мало кто знает, но все эти 8 фресок, они иллюстрируют собой жизненный путь Святого Павла. Святой Павел персонаж тоже интересный, я тогда кучу про него расскажу, хотя, возможно, это не самое важное, либо я эту важность пока не заметила. Святой Павел вообще был таким воинствующим фарисеем, который первых христиан преследовал, заточал их в тюрьмы, и в итоге он, собственно, собирался арестовать последователей учения Христа, и на пути в Дамаск внезапно возник яркий свет, и святой Павел ослеп. И Бог ему кое-что там пояснил по поводу веры, и в итоге святой Павел уверовал. В итоге Павел добрался до Дамаска, там был исцелен и, конечно же, стал тоже пропагандировать веру. И нынче те самые 14 посланий Павла являются очень важной частью всего христианства, частью Нового Завета. По сути, это один из главных текстов христианского богословия. Но эта информация, правда, она скорее для общих сведений, для справки. Мы с вами вернемся в шепчущую галерею. И вот, Эрн должен подняться на самый верх, чтобы реставрировать фрески. Судя по тому, какую фреску он реставрирует, и мы точно знаем одну из меток, очень важных, потому что Эрн вначале занимается фреской лица ангела, которая находится в левом верхнем углу, и ангел этот бородат. Я долго колупалась по этой галерее, пытаясь обнаружить именно ту фреску, которая нам с вами нужна, и, судя по всему, это именно вот это. Если вам, кстати, интересно, я в описании оставлю ссылку, можете самостоятельно походить по собору и посмотреть, где же там наверху сидел Эрн. Еще один интересный момент я заметила, пока шлялась по собору. Когда Эрн поднимается на самый верх, внизу расположена прямо под ним звезда, которая обладает множеством лучей и, соответственно, углов. В какой-то степени Эрн в этот момент поднимается над звездами, что тоже, конечно же, символично. Не менее символичен тот факт, что 7 октября 1865 года в Лондоне была гроза. Гроза была очень и очень сильная, началась она как раз где-то к полудню, и именно этот момент очень и очень важен. Мы с вами уже в прелюдии уяснили, что молния, дождь, гроза в какой-то степени, знаете, это очень важный образ, и здесь, именно в этой главе, мы с вами понимаем почему. На 63-й странице мы с вами видим небольшое предложение, которое рассказывает нам, что буря дошла до высшей точки, и вот именно в этот пик грозы, которую осознает Эрн Вернал, с которой он находится практически на одном уровне, начинает замечать нечто странное. Ангел, которого он реставрирует, начинает как бы оживать. Когда Эрн, встревоженный и пораженный, прищурился и в нескончаемой морзянке молний увидел, как жидкие краски двигаются по плоским и впалым голове и плечам ангела, та-дам! Ну, конечно, Эрн пугается, это естественная реакция. В какой-то момент он даже думает, что что-то приключилось непосредственно из-за его работы, но в итоге приходит к выводу, что все это не обман зрения, и ангел действительно начинает с ним говорить. В какой-то момент, кстати, и это тоже интересная такая пасхалочка, замурованная в тексте, Эрн начинает предполагать, что это призрак Пеппера. Призрак Пеппера — это некая техника иллюзионизма, которую очень часто в 19 веке использовали для того, чтобы впечатлить зрителей. Но самое важное, что впервые призрак Пеппера вышел на сцену в 1862 году, и он принимал участие в постановке спектакля по произведению Чарльза Диккенса «Призрачный человек». И все это, естественно, привело к большому успеху, призрака Пеппера часто стали использовать, но здесь нас интересует как раз-таки «Призрачный человек». «Призрачный человек» — это пятая и последняя, входящая в цикл рождественских повестей Диккенса. Главный герой этой повести — ученый Редлоу, и у него есть некий зловещий двойник, такой призрак, который его преследует. И в итоге между ними происходит некоторая сделка, ввиду которой весь этот мрак, да, души этого профессора-ученого начинает передаваться окружающим. То есть можно сказать, что в каком-то плане он несколько сходит с ума.
Мораль этой повести достаточно простая, все герои, и Редлу в том числе, после всех этих ссор, раздоров, понимают, что нужно хранить воспоминания об этих прошлых ошибках, чтобы не допускать их в будущем. Наступает Рождество, все собираются вместе и счастливы, как это часто бывает у Диккенса через тернии, как говорится, к звездам. И есть в этой повести одна маленькая, но очень важная строчка. Она, кстати, даже вынесена именно в Википедии цитатой. Они же, такие отчетливые и ясные, точно чей-то голос повторял их вслух, стояли слова «Боже, сохрани мне память». Вот эту вот мысль нужно зафиксировать, потому что эта отсылочка еще, как говорится, сыграет свою роль в дальнейшем. Ангел в соборе Святого Павла оживает и начинает говорить через эту фреску с Эрнестом Верналом. Эрн слышит только какие-то определенные невнятные буквы, но в тот момент, когда вы, кстати, читаете, поначалу кажется, что придется с этим мучиться очень и очень долго, но благо, все-таки в тексте предусмотрены полные расшифровки того, что хотел сказать ангел. И вот правосудие над улицей означает следующее. Будь бравым, о создание. Право — это сутья, воплоти, надзирающий и оценивающий зрак небес средь голубей, иерархии и иерофантов всего надземного Иерусалима, где поверх цельносердечной руды, утлой землицы и лиц падшего ниц сюда. Люда, мой суд, и я провозглашаю, да будет правосудие над улицей. И здесь у нас с вами первая зацепка, чтобы понимать, почему роман вообще называется Иерусалимом. То есть ангел говорит именно про английскую землю и говорит, что это некий надземный Иерусалим. Во время монолога этого ожившего ангела Эрн видит определенные образы и благодаря этим визуальным образам, если хотите, рисункам, начинает кое-что понимать. Ну, например, он понял, что неким таинственным образом связаны все вокруг с каждой праздной мыслью, что посетила его сегодня по пути на работу. Словно бы эти мелочи были туманными и преждевременными воспоминаниями об этом откровении, такими воспоминаниями, что необъяснимо появляется раньше их источника. Он понял, что образ в голове имел отношение к прошлым размышлениям о тяготах бедноты, к сочувствию сапожному ремеслу Нортгемптона и даже каким-то образом был связан с грубоватыми, но теплыми мыслями о жене. То есть, если хотите, благодаря этому тексту мы с вами осознаем, что Эрн, как говорится, понял жизнь и прохавал ее с самого низа. Ангел вещает 2 часа и 3 четверти, и мы с вами также видим очень важную мысль в этих речах. Он говорит нам, что углы вечности раскрылись. И здесь, пожалуйста, возвращаемся к той самой картине Уильяма Блейка, где этот великий архитектор, то бишь бог, седовласый, открывает как будто бы этот угол зрителю. Если бы мы с вами, например, могли подойти к этой картине, то мы бы как раз и оказались у подножия, да, этого угла, то есть того самого мира, который в этот момент картины создается. То есть это создается как будто бы мир, и мы с вами находимся у его подножия. Эр начинает плакать, получив это откровение, и в итоге все. Мы с вами заканчиваем с ним общение. Дальше мы видим историю со стороны его сослуживцев, если так можно сказать, его коллег, которые там же, в этом соборе Святого Павла, с ним находятся. Они спускают эту лебедку, на которую он поднимался в высоту шепчущей галереи, и видят, что он стал полностью седым. То есть Эрн Вернал, человек с достаточно молодым лицом, посидел за то время, пока был на вершине купола собора Святого Павла. Что, пожалуйста, вот, отсылает нас к началу этой главы, к тому самому сну, в котором Эрн играл, по сути, этого ангела, который делился этим откровением про молнии. И, кстати, да, забыла сказать важную деталь, но если вы читали, вы обратили на это внимание, что ангелы появляются как раз именно вместе с грозой, именно с молниями, грубо говоря, открывают проход небесный. И то есть Эрн в этом сне как будто бы говорил сам собой. Сон в каком-то плане оказался пророческим, но только тем самым плутом, которого он видел во сне, был ангел. На той самой платформе, на которой Эрн и находился все это время, окружающие его коллеги видят начертанное желтой венецианской краской слово «Торус». Далее Алан Мур подчеркнет, что никто так и не узнал, что имелось в виду под словом «Торус», но мы с вами все знаем, потому что
Торус — это, по сути, Тор, да, это имеет отношение к богу Тору, хотите вы того или нет, потому что Тор ассоциируется у многих именно с молниями, с грозой, но, ко всему прочему, Тор — это еще и некий тороид, то есть это поверхность вращения, получаемая вращением, образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности и не пересекающей ее. Очень сложный с собакой термин, конечно же, иначе и быть не могло, но мы имеем дело с Иерусалимом. То есть, по сути, этот Торус, он как бы отражает то устройство Вселенной, которое и стало подвластно Эрнесту Верналу благодаря этому общению с ангелом. Короче, благодаря этой главе мы с вами поняли, почему именно Верналы, ну, несколько сходят с ума. Потому что когда-то, вот, например, Эрну Верналу явился ангел, который объяснил ему устройство мира, как здесь собак все работает. Я бы тоже не отказалась понимать это, конечно, но не об этом речь. И именно благодаря этим знаниям Верналы сходят с ума. Помните, как у Пушкина: «Не дай мне бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Но в итоге ни посоха, ни сумы у персонажей нет, у них есть только одно знание, которое давит на их головешки и немножечко сводит их с ума. Они начинают видеть некий иной мир, этот самый мир ангелов, потому что они знают, как все устроено. Сам Эрнест, и мы с вами тоже знаем это из текста, наотрез отказывался рассказывать, что произошло в грозовых тучах над Лондоном. Только спустя много лет он поведал об этом Джону и Турси, когда сыну исполнилось 10, а девочке всего 8. Дети Эрнеста, в свою очередь, тоже не раскрыли того, что услышали, даже родной матери или собственным детям Джона, когда он женился спустя десятилетия под конец 1880-х. И здесь, пожалуйста, можно начинать рисовать схему. Схему, мы дорвались, начинаем рисовать схему. Итак, пока нам с вами известен самый ранний Вернал, скажем так, это Джон Вернал, отец Эрнеста Вернала. Мы знаем, что у Эрнеста есть жена, Энн, и также знакомимся с его детьми. Это Джон Вернал, это Турса Вернал, это некий посланник и Апеллина Вернал, то есть у него четверо детей. Ну и также мы с вами можем провести эту линию вниз, так как мы с вами знаем, что они родственники. Есть у нас Майкл Уоррен, тот самый из прелюдии, и есть его сестра Альма. Мы также знаем, что у них есть мать Дорин и Томми Уоррен, это их отец. Как в итоге между собой будут связаны эти поколения, мы с вами узнаем в грядущих главах. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы тоже уже вооружились схемами, либо рисуете их самостоятельно, но, в общем-то, мне кажется, что нас впереди ждет еще больше интересного. Я так говорю, мне кажется, как будто я не читала уже эту книгу и не знаю, что впереди еще просто 100 тысяч дофигища различных отсылок и пасхалок, но все же. Не буду просить вас подписываться на канал, хотя, конечно, лучше подпишитесь, потому что ролики я планирую по Иерусалиму выпускать регулярно, чтобы вам тоже было проще подключиться, если вдруг вы не читаете пока Иерусалим, но, возможно, вас что-то вдохновит в этих роликах. И, конечно же, посмотрите те видео на канале, которые вы еще не смотрели. У нас с вами впереди вторая глава, очень интересная глава, и мы с вами, я надеюсь, будем и дальше читать вместе.